Артемий и Ярослав репетируют свой номер на бас-гитаре. В свои 11 они уже мастерски играют на этом инструменте. А началась музыкальная история учащихся Одинцовского центра эстетического воспитания 2 года назад. Ребята, расскажите, почему вы выбрали именно гитару? Ну, на день открытых дверей мы решили записаться на рисование. И тут мой брат увидел гитару в другом кабинете. И мы как закричали маме: «Мам, пошли туда, там гитара!» За плечами у юных гитаристов уже немало выступлений. Ребята принимали участие в конкурсе «Серебряный олень». Играли дуэт на классической гитаре и с успехом заняли 3-е место. А какие у вас планы до конца этого года? Ну, на самом деле, планы-то, в общем-то, стандартные. Это мы делаем всегда новогодний концерт, к которому, в общем-то, начинаем готовиться уже с сентября месяца. Вот. Ну, конкурсы, фестивали всевозможные, в которых можно будет, конечно же, мы будем принимать участие, вот, дабы повышать к себе мотивацию. Сейчас Артемий и Ярослав работают над произведением «Моя отрада» Сергея Руднева, продолжают свои репетиции в филиале центра и готовятся к новым конкурсам. У музыкальных близняшек большие планы на будущее. Екатерина Крамер, Анна Роднищева, телекомпания «Одинцова».